Это настоящий город в миниатюре со своими улицами, законами и традициями. Здесь есть все – школа и детский сад, ферма, больница, полиция и даже служба МЧС. Игровое пространство в половину этажа торгового центра. Чтобы оренбуржцы увидели город именно таким, над проектом пришлось год трудиться целой команде дизайнеров. Город функциональный. Город создан, кстати, в таком стиле, в европейском. То есть, но с какими-то, может быть, современными элементами. Но самое главное, вот реакция детей и взрослых, она говорит о том, что мы справились с этой задачей. Познакомиться с разными профессиями в игровой форме. Занятия длятся полчаса. Здесь расскажут, как ремонтировать машину, что называют корреспонденцией и почему так полезны яйца. В Банаузе можно как заработать первые свои деньги, так и потратить по своему же усмотрению. Все по-взрослому и даже лучше. Менял колесо, смотрел, как внутри устроена машина, смотрел в в капоте, что там, как сделано. Все. Скажи, вот на твой взгляд, здесь все по-настоящему? Да, все по-настоящему. Организаторы надеются, что поток желающих будет большой. Подобные площадки давно есть в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь появилось и в Оренбурге. С удовольствием прошел, посмотрел. Очень все замечательно. И я думаю, что самое главное, что дети счастливы. Все бегают с счастливыми лицами, с блестящими глазами. Поэтому я думаю, что самая главная задача, вот, которая создавалась для этого, вот она достигнута. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Роман Боричев. Новости дня.